Здравствуйте, это итоги дня телеканала Улправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Специальное агентство проконтролирует правильность питания ульяновцев. Не кошмарить бизнес, но проверять. В Ульяновске учились защищать права потребителей. На дорогах Ульяновска дежурят родители школьников. В Ульяновске открылся центр гуманитарной помощи. Более 7 тысяч жителей города Атомщиков вчера остались без блага цивилизации. Вчера во второй половине дня на улице Свирской в Первомайском районе произошла утечка газа в результате порыва газовой трубы. В пресс-службе «Газпром» газораспределения Ульяновск объяснили, что при проведении несогласованных земляных работ неизвестным транспортным средством подтянули газопровод высокого давления. В результате в газовом колодце образовалась утечка. Виновник скрылся с места аварии. В результате без газа остались 70 многоквартирных домов и 45 коммунально-бытовых предприятий. Сейчас специалисты филиала «Газпром» газораспределения Ульяновск в Димитровграде завершают ремонтные работы и приступили к повторному пуску газа потребителям. В Ульяновске появился новый орган контроля. Теперь общественники, бизнесмены и представители власти будут следить за тем, чем питаются в школах, детских садах и больницах. Когда организация приступит к работе, расскажет Виктория Черкова. Пища должна быть вкусной и правильной. Теперь гастрономической культурой ульяновцев будет заниматься агентство здорового и социального питания. Повышение квалификации поваров, формирование сбалансированного рациона в школах, детсадах и больницах и полный контроль качества. Также в план входит образовательная программа для работников общепита. На совещании при главе региона обсудили работу нового государственного органа. Напомню, мы самые первые в Российской Федерации начали движение в этом направлении и поставили перед собой задачу сформировать основные подходы к развитию системы здорового социального питания. Агентство станет площадкой взаимодействия между властью и гражданами, бизнесменами и общественниками. Сотрудники этой организации будут вместе проводить регулярные проверки в пунктах питания. В комиссии будут входить и представители исполнительной законодательной власти, представители общественности, бизнеса, эксперты. Соответственно, возглавлять агентство будет наблюдательный совет. Проект новой структуры утвержден губернатором. Сотрудники агентства приступят к своим обязанностям в начале декабря. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ. Бесплатная юридическая помощь для жителей Ульяновской области станет еще доступней. В регионе появятся так называемые правозащитные центры. Подробнее о новой структуре в материале Ренаты Алиуловой. На защиту прав каждого гражданина юрлиц Ульяновской области выйдут правозащитные центры. Это новый проект партии «Единая Россия» и Ассоциации юристов Ульяновске. Первый шаг в реализации совместного продукта – подписание соглашения о сотрудничестве. Дал добро на работу и глава региона Сергей Морозов. Это соглашение отвечает основной миссии обеих подписывающих сторон – всемирное обеспечение социальной справедливости и защиты прав граждан. Это будет по-настоящему такой, я бы назвал, такой сплав и политической воли, и огромного просто глубокого профессионализма, и огромного опыта правозащитной деятельности. С инициативой создания на базе региональных отделений правозащитных центров выступил Дмитрий Медведев на 19-м съезде партии в Москве, который прошел на минувшей неделе. В пилотном режиме структуру по оказанию юрпомощи заработает в декабре в областном центре на базе центрального офиса партии. А уже с Нового года подобные центры будут принимать обращения граждан в каждом муниципалитете. Правозащитные центры от обычных юридических консультаций, от обычных, может быть, приемов граждан депутатами совместно с юристами будут отличаться тем, что мы будем брать в работу проблему человека от начала до ее положительного, подчеркиваю, завершения. Правозащитные центры в ежедневном режиме будут отстаивать интересы, защищать права как физических, так и юридических лиц. Правда, точная система работы на 2020 год, как поясняет региональный лидер единороссов, скорректируют в конце декабря, исходя из возможностей всех участников. Должен быть минимум день в неделю, два дня в неделю, где лучшие вот наши юристы, адвокаты, депутаты, а значит, в режиме, допустим, 3 часов принимают те обращения тех людей, которым нужна помощь. Причем не только физически принимать, чтобы люди пришли. Сейчас цифровой век, да, мы обязательно интерактив включим. Бесплатная юридическая помощь жителям региона оказывается с 2006 года. За это время Ассоциация юристов проконсультировала и помогла более 100 000 человек. Как показала практика, жителей в первую очередь интересуют жилищные вопросы, а также вопросы пенсионного и социального обеспечения. С 2017 сотрудники Госюрбюро есть в каждом районе. Сегодня в регионе работает свыше 300
450 пунктов юридической помощи. Очереди сейчас, конечно, у нас практически нет. Единственное, что могу сказать, что очередь у нас бывает в Инзенском районе, хотя у нас там работают 3 специалиста, но там граждане очень активно пользуются бесплатной юридической помощью. Помимо прямого общения с юристом, помощь можно получить по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 1384. Также оставить заявку на сайтах бесплатнаяюрпомощь.рф и претензия24.рф по вопросам защиты прав потребителей. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ. В областном центре прошла конференция защиты прав потребителей в Ульяновской области. На нее съехались как региональные, так и федеральные эксперты. Интерес к мероприятию проявляется на общероссийском уровне еще и потому, что Ульяновская область по многим аспектам давний лидер в этой сфере общественных отношений. В Ульяновск приехали известные российские эксперты, чтобы принять участие в конференции «Защита прав потребителей в Ульяновской области». По мнению губернатора Сергея Морозова, защита прав простых граждан – одна из важнейших составляющих благополучия региона. Именно в нашем регионе впервые был создан институт уполномоченного по правам потребителей. Поэтому федеральными специалистами не раз отмечалось, что в 73-м регионе система выстроена, пожалуй, даже лучшим образом, чем во всей России. На территории Ульяновской области, на мой взгляд, выстраивается достаточно интересная и эффективная система защиты прав потребителей. Главная цель этой встречи – учеба, повышение квалификации тех специалистов, которые занимаются защитой прав, что называется на местах. Именно поэтому основная часть слушателей – сотрудники районных филиалов Госюрбюро, представители администраций большинства муниципалитетов области, докладчики – фигуры федерального уровня. В 2000-х годах у нас курс правительства был поставлен на поддержку предпринимательства. Потребителей загнали в угол. Вы помните этот девиз «Не кошмарьте бизнес». То есть и государственный надзор снизили до минимума. В течение 3 лет только можно было проверять, и то по на согласование с прокуратурой. И проверяемая сторона знала, когда ее проверяют, ее должны были предупреждать. Соответственно, она приводила все в соответствие. Сейчас уже вот можно, если жалобы есть, проверять, а тогда всегда нужно было согласовывать. Однако за несколько последних лет отношение государства к качеству продуктов изменилось. Теперь контрольные органы могут проинспектировать предприятие по собственной инициативе или по жалобе, поступившей от потребителя. И не случайно вот такие мероприятия сейчас активизированы в Ульяновской области, именно направленные на повышение правовой грамотности граждан. Должна сказать, что управление Роспотребнадзора по Ульяновской области с начала своей деятельности, ее работа была направлена в том числе на консолидацию сил вот, по взаимодействию органов системы защиты прав потребителей, к которым относятся на уровне федеральных органов исполнительной власти в лице управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, регионального правительства, общественных организаций и муниципальных образований. Руководитель отдела по защите прав потребителей Госюрбюро Денис Литвинов уверен, что любое нарушение прав потребителей может быть разрешено в пользу потерпевшего. Главное, чтобы потребители не боялись обратиться к юристам. И у этой обывательской робости есть свои причины. Отсутствовала системная защита прав потребителей, сейчас она стала появляться, и, соответственно, появились уже лидеры предпринимательского сообщества, которые относятся негативно к правам по защите прав потребителей. Мы эту ситуацию стараемся поменять. Специалисты Госюрбюро, правозащитники всех уровней призывают всех, кто получил некачественную услугу, приобрел некачественный товар, не молчать об этом. Во всяком случае, в Ульяновской области получить бесплатную и квалифицированную юридическую помощь нетрудно. Достаточно приехать в многофункциональный центр на Гончарова и обратиться в первое окно. Либо можно позвонить по телефонам 97 55 22 и 49 63 13. Павел Половов, Юрий Конихин, новости Правды ТВ. Ульяновские родители на собственном примере показывают детям, как правильно переходить дорогу. Несколько ульяновских школ вошли в пилотный проект «Родители за безопасность». 2 раза в день в учебные дни взрослые выходят на проезжую часть и следят за тем, как их чадо переходит дорогу. Родители Ульяновска выступили за безопасность своих детей на дороге. И сами вышли на улицы, чтобы не только проконтролировать, как их чадо переходит дорогу, но и показать на собственном примере. Школа номер 46 стала одной из пилотных площадок по реализации проекта «Родители за безопасность». Активисты движения дежурят на опасном участке улицы Локомотивная вблизи школы утром и после обеда. Родители у нас очень активные. Они
обеспокоены тем, что наши дети сегодня гибнут, к сожалению, на дорогах. А вообще-то важная и главная проблема сейчас. У нас, посмотрите, какой опасный участок дороги. И трамвай, и переход, и огромный поток школьников с утра идет к школе. Поэтому родители нам очень помогают. Родители отмечают, цель проекта – обратить внимание не только на детей, но и на самих взрослых, которые очень часто перебегают дорогу в неположенном месте. Дети же следуют их плохому примеру. Со взрослыми нарушителями проводятся профилактические беседы. Они уже радуют, что дети сами уже соблюдают вполне эти правила. Даже когда загорится зеленый свет, они не сразу бегут перебегать дорогу, а посмотрят, чтобы машины остановились, и потом уже переходят. Кроме 46-й школы, в пилотный проект вошли еще 20 учреждений, среди которых Мариинская и лингвистическая гимназия, лицей при УлГТУ, школа номер 37-51. Словом, все организации расположены вблизи оживленной проезжей части. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ. Центр гуманитарной помощи и благостыни открылся в Ульяновске. Его торжественное освящение было совершено в день, когда Русская Православная Церковь праздновала память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Что очень символично, ведь этот святой имел сострадательную любовь к людям. Когда в 1921 году в стране начался страшный голод, патриарх Тихон стал первым, кто открыл комитет помощи голодающим. Где теперь смогут получить помощь нуждающиеся в Ульяновске, расскажут наши коллеги из Симбирской митрополии. Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф посетил Благовещенский храм, расположенный в районе Дальнего Засвияжья. Здесь открылся Центр гуманитарной помощи благостыни Симбирской епархии при епархиальном отделе по связям с учреждениями здравоохранения. Митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф совершил его торжественное освящение. Рече Господь! Просите и дастся вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Основная деятельность епархиального отдела по социальному служению и благотворительности, включающая в том числе и подобную материальную помощь нуждающимся, развернута в пригороде при Богоявленском храме села Арское. В самом Ульяновске гуманитарный склад открыт впервые. То есть до этого, по сути говоря, работали в кустарном ручном режиме на уровне там чуть ли не у себя дома в коридоре и все коробки держали. Поэтому это просто удивительная и замечательная, гениальная идея владыки о том, чтобы реализовать здесь вот этот склад. Его давно надо было сделать. И это все-таки город разделен рекой. Конечно же, на перспективу у нас еще то левобережье. Пока это только начинание. Помещение, выделенное при Благовещенском храме града Симбирска, небольшое. Но уже есть возможность реальной поддержки одиноких мам с детьми, кризисных беременных женщин, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Я думаю, что этот центр будет востребован, потому что нуждающихся людей пока у нас еще много. Наша христианская обязанность оказывать помощь таким людям. Это мы сегодня... Открываем этот центр с надеждой, что он будет приносить пользу людям. И через работу этого центра мы будем осуществлять благотворительную деятельность, то есть наше христианское делание. Чтобы получить помощь, необходимо войти в группу «Благостыня», социальной сети ВКонтакте и написать заявку, в чем вы нуждаетесь. Опыт подобной благотворительной работы у сестер Милосердия Симбирской епархии уже есть через онлайн-склад «Мама Хелп», который был организован для одиноких мамочек и кризисных беременных. То, что им нужно, они пишут. Размеры, рост. Это в основном дети, для которых нужна одежда. Вот, мы набираем по категориям, которые нужны, по росту, по размерам, и отдаем. Нуждающихся довольно много, поэтому организаторы Центра гуманитарной помощи с признательностью примут от дарителей, благотворителей, предпринимателей именно новые вещи. Особый спрос на детскую и подростковую одежду, обувь и другие принадлежности. Желающие пожертвовать вещи могут также обратиться на страничку ВКонтакте «Благостыня». В Ульяновском театре кукол имени Леонтьевой начались гастроли Государственного театра кукол Удмуртской республики. За 3 дня ульяновцы увидят 3 спектакля этого театра. Ирина Антонова побывала на одной из постановок и пообщалась с директором Удмуртского театра.
На сцене Ульяновского театра «Кукол» был представлен спектакль «Жемчужина Кахару» в постановке Антона Лабушкина Государственного театра «Кукол» Удмуртской республики. Гастроли проходят при поддержке федеральной программы «Большие гастроли». Именно эти три спектакля мы привезли специально для Ульяновска, но у нас в репертуаре 40 спектаклей, поэтому мы тут... Выбор большой. Мы привезли спектакль для совсем маленьких, для чуть постарше и для такого семейного просмотра. Мне кажется, сегодня дети получили большое удовольствие от «Жемчужины Кахару». Спектакль «Жемчужины Кахару» рассказал зрителям японскую легенду о справедливости, любви и добре. Обращаем внимание, что ваш зритель очень внимательный, тонкий и слушает. А это очень много значит. Это очень много значит. Как бывает, если я всегда говорил... Детский зритель – это самый строгий зритель. Если им не интересно то, что происходит на сцене, они будут разговаривать, кушать конфетки, сейчас в телефонах сидеть или еще что-нибудь где-нибудь как-нибудь. Если им интересно, вот они и ушки вытягивают, и глазки тоже. Слушают нас, смотрят. Мне это очень приятно. Между представлениями всех любителей японской культуры ждал сюрприз – показательное выступление школы айкидо «Мусин». В пятницу зрителям младшего возраста была представлена сказка «Маленькая метель», а в субботу малышам и взрослым будет показан спектакль «Кот в сапогах». Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости «Управда ТВ». В историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича Гончарова прошло заседание ученого совета на тему «Гончаров и театр» с участием сотрудников центра музея, архивистов, представителей Ульяновского театра драмы и общественности. Собравшиеся обсудили роль театра в жизни и творчестве писателя, вспомнили о его встречах со звездами подмостков своего времени и об инсценировках произведений Ивана Александровича на русской сцене. Подробнее в нашем материале. Сегодня каждому ульяновскому театралу известна фраза нашего земляка Ивана Александровича Гончарова, сказанная писателем в родном городе ровно 170 лет назад. «Я рад за Симбирск, что в нем есть театр. Куда менее распространено ее продолжение, какое бы то ни было». Поэтому логично, что под занавес года театра в России в историко-мемориальном центре музея Ивана Александровича в нашем городе темой заседания ученого совета, состоявшегося 28 ноября, стала «Гончаров и театр». Иван Александрович кровно связан с театральной сценой 19-го столетия. Он знал блестящих мастеров сцены, Львову Синецкую, Монахова, Щепкина. Он состоял в переписке с актрисой Савиной. И, безусловно, он живо интересовался театром. Настолько, что писал театральные рецензии, например, знаменитый «Миллион терзаний» на постановку «Горе от ума» Грибоедова. В заседании приняли участие сотрудники центра музея, архивариусы, библиотекари, представители Ульяновского театра драмы имени Гончарова и общественности. Это известная позиция в связи с классикой. Она вечна, она хотя бы возможна истолкованием, интерпретацией. Я думаю, исчерпать тему Гончарова, исчерпать наследие творческого Гончарова, в принципе, невозможно. Ни для театра драмы, ни для какого-то другого художника в России. Собравшиеся говорили о роли театра в жизни и творчестве Гончарова и об инсценировках его произведений на русской и симбирской, в частности, сценах. Тема «Гончаров и театр, и жизнь в творчестве, и театр в жизни и творчестве Гончарова» – это очень глубокая тема, требующая очень серьезного, вдумчивого анализа. Вспоминали о его встречах со звездами подмостков своего времени, рассуждали о взаимосвязи книга-театр-библиотека. О формате представления докладов после ученого совета мы пока не размышляли. Но, возможно, это будут публикации на сайте музея, а может быть, потом удастся и какой-то более такой обширный диалог вести. Ярослав Щедров, Сергей Ямин. Новости «Управда ТВ». 30 ноября в Ульяновской области ожидается переменная облачность, возможен снег. Температура воздуха днем составит 2-3 градуса со знаком минус, ветер юго-восточный 6-10 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год «Годом театра». Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43.
У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улправда ТВ по будням в 18:30, 20:30 и 22:30, а также на информационном портале ulpravda.ru в 18:50. Хороших выходных! Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.